Блондинка на Бентли разбила 5 суперкаров. Супер ДТП произошло в Монако. Девушка сразу стала знаменитой, поскольку прохожие не смогли удержаться от соблазна сфотографировать аварию премиум-класса и выложили снимки на различные интернет-порталы. Как проходила большая охота на автомобили люкс, выяснила Жанна Судакова. Жанна. Коллеги, добрый вечер. Астон Мартин, Порше, Феррари и Мерседес. Именно в них врезалась горе-водительница на своем Бентли голубого цвета. ДТП произошло банально. Девушка пыталась припарковаться около казино Монте-Карло и отеля Де Пари. По свидетельствам, Бентли остановился с дерганием. Затем белокурая девушка 10-15 секунд что-то тщательно рассматривала на панели и в ногах. После чего машина резко рванула, врезалась в другие автомобили и снесла дерево. Не подумайте, что удар был настолько сильным, просто дерево было высажено в большом горшке. Как утверждает виновница ДТП, причиной столкновения стало то, что она перепутала газ и тормоз. Под капотом Бентли 450 лошадей, так что все произошло за доли секунды. Сначала был протаранен Астон Мартин, затем Мерседес, а остановили девушку припаркованные Порше и Феррари. Повреждения есть у всех машин, но сильнее всего пострадало авто самой девушки. Помимо разбитого переднего бампера, пострадали передние крылья и двери. Как и слева, так и справа. А для справки, цена подобного Бентли в Москве начинается где-то от 13,5 миллионов рублей. Стоит отметить, автомобильное интернет-сообщество резко отнеслось к этой новости. Многие в своих постах не раз упоминали цвет волос виновницы этой аварии. Ну, знаете, мне, например, за эту девушку обидно. Почему? Потому что дорогие ДТП устраивают и мужчины. Вспомним одну из громких аварий на Кутузовском проспекте. Автомобиль Ferrari Spider стоимостью 350 тысяч евро протаранил 4 машины. ДТП пострадали находившиеся в спорткаре двое 19-летних юношей, сыновья топ-менеджера одного из ведущих банков. Еще один 19-летний водитель Audi R8 и его 17-летняя пассажирка отделались испугом. А вот водитель Chevrolet Lachetti был доставлен в больницу с множественными травмами и переломами. ДТП произошло на перекрестке Университетского проспекта и центрального проезда МГУ. Как говорят очевидцы, Audi R8 на большой скорости проехал на красный сигнал светофора и врезался в Chevrolet Lachetti. От удара обе машины вылетели на клумбы. В общем, в дорожно-транспортных происшествиях цвет волос не имеет никакого значения, впрочем, так же, как и пол. Инструкторы по вождению советуют перед тем, как садиться за руль спорткара, взять несколько уроков по управлению мощными машинами. Коллеги. Спасибо, Жанна. Это была Жанна Судакова. Если бы такая езда на автомобилях люкс была спортивной дисциплиной, золото досталось бы девушке из Монако.